Друзья, привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». И сегодня мы с вами готовим компот из сухофруктов. Для начала нам нужно подготовить сухофрукты. Берем их, складываем в блюдо и заливаем кипяточком. Даем сухофруктам постоять так примерно минут 5, после чего сливаем воду и хорошенько промываем сухофрукты уже под краном, под обычной прохладной водой. Этой хитростью со мной поделился продавец сухофруктов, и я так делаю всегда-всегда. Кипяток помогает убрать сухофруктов масла, которыми они обрабатываются, если, конечно, обрабатываются. А еще горячая вода помогает сухофруктам раскрыться, благодаря чему из них уходят все мелкие соринки. После того, как мы хорошенько промыли сухофрукты, складываем их в кастрюлю и заливаем водой. Вода должна быть либо фильтрованная, либо бутилированная. Пожалуйста, используйте для компотов и для супов только хорошую воду, никакой воды из-под крана. С такой водой вкусные блюда у вас точно не получится. Теперь ставим кастрюлю с сухофруктами на плиту и варим на среднем или сильном огне до закипания. Обратите внимание, что я варю компот в стеклянной кастрюле. Для того, чтобы она, не дай бог, не треснула, я использую рассекатель пламени. Сейчас вы увидите его на видео. Вот так он выглядит. Такая вот решетка, почему-то многие ее путают с крышкой от брызг при жарке. Но это не она, это настоящий рассекатель пламени. После того, как компот закипит, поварите его примерно 10-15 минут на слабом огне. В самом конце добавьте сахар. Обратите внимание, что сухофрукты у нас сладкие, поэтому сахар мы добавляем именно в конце, чтобы можно было попробовать, какой натуральный вкус компота получился. Перемешиваем сахар, накрываем кастрюлю крышкой и даем компоту настояться примерно 10, можно даже 30 минут. Приятного аппетита! Компот получается очень вкусный, а главное полезный. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. У меня здесь очень вкусно.